друзья, начало положено, и мы начинаем нашу музыкально-поэтическую программу. Гостья нашего сегодняшнего вечера, организатор и ведущая поэтических вечеров в нашем городе Анна Росолюк. Если хочешь о важном, давай о важном. Хотя это понятие так двояко. Одиночество — это вовсе не так уж страшно. Страшно в 21 умереть от рака. Страшно ночью не спать от грызучей боли, что ползает под кожу и с корнями. А ты роешь могилу от слов уволен. Или лучше остаться с тобой друзьями. Говоришь, как пугающие предпосылки, неизбежности рока, судьбы, удела. Страшен выбор идти собирать бутылки. Или сразу идти на торговлю телом. Говоришь, нет квартиры в многоэтажке. Платежи коммунальные шею душат. А когда-то хватало малины в чашке и оладушек бабушкиных на ужин. Говоришь, что вокруг дураки и драмы, что в кошмарах пустые тупые лица. Страшно в 9 ребенку лишиться мамы. Страшно маме ребенку не дать родиться. Страшно видеть, как мир себе носит злобу, как друзья обменялись ножами в спину. Если хочешь о важном, давай о добром. Как быть добрым хотя бы наполовину? Как найти в себе силы остаться честным, ощутить в себе волю, очистить душу? Правда, хочешь о важном? Садись. Чудесно. Это важно, что ты еще хочешь слушать. Спасибо. Вальс «Воспоминания».